Уссурийский бюджет на следующий год рассмотрели на совместном заседании комиссии в Думе округа. В 2019-м планируется приобрести дорожную спецтехнику на 30 миллионов рублей. По муниципальной программе развития сетей уличного освещения увеличат расходы более чем на 20 миллионов. Деньги необходимы для оплаты электроэнергии освещения дорог. Данные средства предлагается увеличить за счет перераспределения средств с резервного фонда. То есть эти средства у нас были зарезервированы и не распределены по другим направлениям расхода. Суммарно из краевого и федерального бюджетов Уссурийский округ получит 2,5 миллиарда рублей. Это почти на 400 миллионов больше, чем планировалось. Сумма субсидий составит 116 миллионов. Это на 140 больше, чем в прошлом году. За счет этого удалось на 20% увеличить финансирование сферы образования. Впервые планируют выделить более 100 миллионов на создание мест в ясельных группах. Около 20 на капитальный ремонт школ. На строительство спортивного зала в школе номер 6 предусмотрено 45 миллионов. В два раза увеличена сумма средств на капитальный ремонт дорог – 90 миллионов. Нам выделены субсидии на поддержку театров – 5 миллионов 397 тысяч рублей, на строительство дошкольных объектов дошкольного образования – 11 миллионов 100 тысяч рублей. Важные средства распределены на ликвидацию последствий ЧС – 129 миллионов из федерального и 32 из краевого бюджетов. Со следующего года муниципалитетам могут передать полномочия по обеспечению детей-сирот жильем. Уссурийску на это выделяется 45 миллионов рублей. Специалисты отметили, что необходимо дождаться окончательного принятия краевого бюджета. После станет точно известно, сколько денег выделит край Уссурийску. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.